Игорь! 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 Салам алейкум. У меня для тебя кое-что есть. Подойди сюда, пожалуйста. Я надеюсь, это что-то полезное. Я тут, короче, компас нашел. Вот, называется, ну вот так вот называется. Компас? Смотри, вот куда там указывает, туда и идти. Я, наверное, ищу сокровища по компасу. Там какой-то дом лоха, да это не тут. Ты шо, что-то испортил мою кастрюлю? Пришли. На, забирай свои какашки, давай мои бумажки. Так это твой компас, он на твой дом указывает, чё мне-то он нужен? За тобой следит ФСБ, смотри, вон, видишь, вон. Нет, это за тобой. Вон, видишь? А как? Это что, жучок? Что ты сломал? Все, теперь компас не будет работать! Хрю, жопа, говно. Лайк или ты лох, кстати, было. На твою мать! Как ее подобрать, ту хрень? Ладно, ты пока там подбирай. Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в проклятый Майнкрафт! Что там, как там у тебя? Все нормально, погнали. А что ты сломал? По коням, походу, криминал. Пойдем, конечно же, пойдем. И сейчас будем смотреть на супер классную штуку. Это же Рикардо Милоса. Это дом из Рикардо Милосов. Я знаю, что это такое. Это у нас ловушка для криперов. Садишь сюда крипера, садишь сюда крипера. А как ты понял? Подожди, а как ты сейчас это понял? Что это ловушка для крипера? Да. Ну я же не тупой. Я тебе кое-что еще покажу. Сейчас, подожди, сейчас. Тебе понравится, я знаю, ты любишь такое. Сейчас. Ты пину строишь? Пошли. Не поддавай землю сюда. Нет, спасибо. Я построил ловушку, с помощью которой мы сможем получить последнюю пластинку, которой у нас еще нет. Сфотографируй меня, типа я такой реально. Типа с ковром все фотографирую. Проблема в том... Параллелепипед, я хотел сказать. Параллелепипед, да. Игорь, смотри, видишь, тут пароход. Стоят... Видишь, тут стоит булыжник стоит, видишь, вот тут двери вот. Смотри, я почти достроил ловушку для криперов и скелетов, но у меня, оказывается, нет слизи для того, чтобы сделать поршни. И вот вместо этих блоков должны стоять поршни. Поэтому мы с тобой прямо сейчас... будет тебе слизь. Не надо, пожалуйста. Мы с тобой отправимся сейчас из... Что? Я понял, что с Игорем нужно придумывать такие серии для проклятого Майнкрафта, в которых, знаете, просто не нужно делать ничего. Самое простое дать Игорю, он не справится. Я буду делать ничего. Пошли искать болото. Нет. Ты уже полетел? Короче, все, Игорь, разделяемся, ищем болото. Я тебя догоню. Давай, попробуй. Без телепортации, давай только. Нужно спереди еще. Ага, конечно. Я сейчас какой в океан уже влетаю. Ну, у меня фейерверки есть просто. Ах ты ж говнюк. Игорь, пробегаем джунгли. Я точно знаю, где-то должно находиться болото, потому что... Потому что я чувствую, уже пахнет. Ты что, дурак, иди сюда. Я что там? Где? Ну что, я... Смотри, запускаю. Офигеть, вот это да. Игорь, я нашел болото! А теперь задача посложнее. Нам нужно найти слизнем в этом болоте. Это задача не из простых. Смотри, я слизень. Я не вижу слизи. Ты видишь слизей? Ну, а зачем мы вообще этим всем занимаемся? Да, потому что нам нужны поршни для ловушки, ты понимаешь? Что мы могли и так бы в постаренке... Ну так неудобно. Да. Нам нужна автоматическая... Там одна последняя пластинка осталась, и ты... Так, ты понимаешь, что маленькая вероятность того, что выпадет именно нужная пластинка? Я крокодила нашел! Какого крокодила? Да, это просто рыбы склеились. Думал, а где? Они уже расклеились. А, нормально. Я все пропустил. Ты слизи! Смотри, видишь, они опять склеились, смотри! Я сейчас убью. На! Жека живодер, он убивает рыбу. Вижу слизня! А, да, ты там есть? Игорь, это сундук, бей сундук! На меня выпадает чемодан, помоги! Игорь, я бью чемоданы! Я не хочу ехать в отпуск! Игорь, мне выпало, ну правда, выглядит не очень, конечно. А что выпало? Я не понимаю, что выпадает, у меня инвентарь полный. Вот. Со своими странными узорами флага. Эй, понюхи узор флага! А почему ты их не выложил? Вот это вот алмазные поножи выкинуть там. Ты что, дурак? Ты выкинул алмазные поножи? Ты дурак, что ли? Нормально все с тобой? Алмазы на земле не болят. Игорь, вон еще один маленький чемодан. Давай его убьем. Он тоже. Где это слизь поганая? Да вот у меня их куча. А я что, я тоже убивал. У меня, знаешь сколько? У меня 10 сгустков слизи. Смотри, какие красивые. Тебе нравится?
Это что, как фу. Ну что поделать, вот такие вот у нас вот... Мы и так в говняной воде плаваем. Я придумал, кстати, способ, как нам быстро вернуться домой. Да-да, я тоже. Только я думал утонуть. Ну ладно, а ты теперь тони. Ну хорошо, я буду тонуть. Ну вот и тони. Я еще тону. Ну вот и тони. Я Тоня, знаешь, я Тоня. Антонина, я Антонина. Я сегодня не сделал математику. Игорь, как делается поршень, ты помнишь вообще? Смотри, это поршень, я сделал поршень. Ну давай, подними меня. Ага, пошутил, это не поршень, дурак. Игорь, я кравчу, мне нужна твоя помощь, да, поддержка. Да подожди, ну хватит. Ну я кравчу, ну что ж ты делаешь-то? Ну Игорь, ну хватит! Совсем дурак, что ли, или что? Я просто, меня взял и просто убил. Игорь, я скравчу этот сраный поршень, ты меня не... Есть еще один верстак. Падла. Так. Я сделал! У меня 5 поршней, но мне нужны еще, Игорь. Забрал все ресурсы, которые мне нужны. Ты дурак! Скажи мне честно. Игорь, можно, пожалуйста, хотя бы мне дом не захламлять с таким говном, я тебя умоляю. Я его строил, понимаешь? Проклятый Майнкрафт! Это же проклятый Майнкрафт! Майнкрафт! Так, ребят, я... В группе ВКонтакте будет набор на нового участника в проклятом Майнкрафте. Я больше не могу с ним. Заходите, подавайте ваши заявки, пожалуйста. Потому что я не выдерживаю. Только смотри, две машины стоят, реально. Да-да-да. Вот это ты, конечно, вообще крутой. Игорь, смотри прикол. Видишь, какой поршень получился классный? Подожди, а теперь присули его вот тут сверху, вот сюда, вот тут-туда, вот сюда. Кого? Понял? Типа, ну вот, типа дай поршень. Типа он попу свою нюхает или что? Типа не... Не, поставь поршень вниз, нет. Нет. Тебя же не смущает вообще, как выглядит поршень? Да пофиг! Прилепи его поршень к жопе. Как? А, понял. Так? Вот. Подожди. А теперь? Вот. А теперь двинь. Мы впечатали жопу в пол. Подожди, это еще не все, мне нужно поршень говном смазать, погоди, сейчас. Смазываю. А, так он не... Так смажь, алло. Сейчас, подожди, все смазал. Теперь говнопоршень. Да блин, погоди, не так. Так. Сейчас, говно, я... Блин, подожди. Ну. Я там с Матей укнулся. Опа, нормально. А что теперь ты будешь делать, ну-ка? Нет, я застрял под говняным поршнем. Нет! Сейчас мы тебя присосем, Игорь. Сейчас, подожди, я вылился. Тут вода, стой, давай убирай эту воду. Так. Все! Опа! Такой, чисто пыт! Все, Игорь, давай спать, тут поздно уже, темно, понимаешь? Давай спать. Ага, сейчас. Что это такое, да? Посплю. Эй! Сейчас, Игорь, подожди мне секундочку, я сейчас это... О, все, можешь заходить. Алло, пошли. Секундочку. Да что ж ты делаешь-то, господи, ну пожалуйста, пошли уже. Все, пошли. Все, пошли, сделаем сразу. Пожалуйста, господи. Теперь нам нужно вместо вот этих вот деревяшек поставить поршни. Давай похаваем хлеба и начнем. Мы же работяги. Так, Игорь, я задвигаю поршни, подожди, опа, вот так это все работает, так, здесь нужно жопу обязательно, а, точнее, голову Рикардо Милоса. Погоди, Игорь, ну-ка попробуй, типа ты кри... Ты понял, типа это нормальная жопа? Ковровый писюн, я понял. Попробуй на кнопочку, на кнопочку нажми! Человек, смотри. Опа, попался! Короче, смотри, вот мы сюда загоняем, получается, скелета.
А, вот сюда мы загоняем эту тварь, тварь, которая крипер. И все, ловушка готова, он больше не выберется отсюда, ты понимаешь? Это очень простой, простой механизм. Так, Игорь, аккуратно, веди его. А, смотри, ты должен его отвезти в центральную дырку, Все, понял, Жека, давай, работаем. Рядовой кукуруза. Подожди, ты вот здесь, быстрее, да не тут. Не так, нет, дебил, бляха. Что вы понимали, я вам попросил. Пожалуйста, ты... Ладно, ребят, я за кадром это починю. А что ж ты меня им предупредил, что так делать нельзя? Ребят, ставьте ваши проклятые лайки. Напишите в комментариях, пожалуйста, заявка, никнейм в Майнкрафте. Меня не заменить. Всем пока. До свидания, мол.